я красная? Ну ладно. Мы сегодня выехали из Терибьехи. А, наверное, надо сначала поздороваться. Привет, интернет! Я сегодняшнее видео открываю неделю влогов. Вы очень просили еще влогов после влога с дня рождения. Слишком много слова влог. Мы сейчас в Испании. Если вы подписаны на меня в Инстаграме, то вы знаете об этом прекрасно. Вот, а если не знаете об этом прекрасно, то подписывайтесь на мой Инстаграм, и тогда вы точно об этом будете прекрасно знать. Вообще, мы живем в городе Терибьеха, и на сегодня мы выехали в Аликанте. Это город побольше. И сегодня я вам покажу, собственно, чего здесь как. Это Костя. Костя завтра, правда, уже уезжает, потому что хоть кто-то же в этой семье должен работать, правильно? Первая остановка у нас это вот этот вот центральный рынок. Если там будет точно так же, как в Мадриде, то там можно будет бесплатно покушать, попробовать. Мы сразу упираемся в хамон. Что-то не предлагают нам ничего поесть, так что лайфхак, что если очень голодный, заходи на рынок, кажется, не везде работает все-таки. Вот, но тут много всего. Вот. Испанские улочки можно снимать просто бесконечно. Они такие красивые, узенькие, со всякими балкончиками. Вот все в южных странах хорошо. И тепло, и вот так вот красивенько. Но, блин, насекомые, это просто ужасно. Я вот, например, сегодня с утра, в 5 утра где-то, пошла в туалет. С шарфами ногами прям, еле приподнимая их от пола. И чувствую, что у меня ноги коснулось что-то такое. Более мягкое, не пол. Короче, представляете, я ногой задела кукарачу. Кукарачи — это не просто обычный таракан, это огромная, блин, фигня, которая вот такая вот, наверное, с огромными усами. В общем, фу, фу. Я потом до 7 утра не могла заснуть, потому что вспоминала эти усы на моей ноге. Вот сюда идем, в крепость. Строительство форта было целью защитить город от наводнившей на всю Европу ужас армии Наполеона. Ее начали ее возводить в 1812 году. Ага. Вот, но Наполеон изменил свои планы и пошел на Россию. И цитадель была некоторое время тюрьмой. Очень жарко. Мне кажется, у меня поплыло то небольшое количество косметики, которое на мне было. Вот. Сейчас мы немножечко отдохнем в тени, потому что здесь было самое пекло. Но фотки вроде получились хорошие. Кто устал? Кто устал? Устали. Интересно, сколько мы уже этажей прошли? 13 пролетов. 13 пролетов всего? Ощущение как будто бы больше. Ой, спускаться-то гораздо приятнее. Доброе утро, девочки. Посмотрите, что. Что, где? Что? Господи, Юля! Так вот, доброе утро, девочки. Посмотрите, что у нас тут. Шишечка. Михалыч. Что, Михалыч сразу? Ниночка. Что, завтра домой уже? Я завтра домой, да. А Машка еще будет отдыхать. Смотрите. Вроде бы просто какая-то реклама. Оп. Жигуль. Нет, я вспомнил, это Фиат. Жигули же срисовали со старых Фиатов. А-а-а. Вот, забудьте, Фиат. Что я сказала. Это старый Фиат. Ну вот, я из-за тебя выгляжу тупой, Кость. В Испании самый пик жары начинается, как мы вычислили, часа в 2. И заканчивается около там 4-6, ну, в зависимости от температуры. Поэтому сейчас, поскольку сейчас самое-самое пекло, мы идем прятаться в торговый центр. Потому что очень жарко. Очень-очень жарко. Вот еще красивое место вам показываю. Вот, смотрите, красивое место. Спасибо за внимание. И тоже покажи красивое место, вот туда. Ага. Вот еще красивое место, тоже показываю вам. Я благо... вот это вот тоже красивое место. Вот еще красивое место. Я бы вот сейчас съела вот это берлинское пирожное. Причем не то, которое в шоколаде, а вот то с сахарной глазурью. Я уже аж это, захлебываюсь в слюнях. Но я не буду, потому что я должна похудеть наконец, а то я здесь разожралась вообще в край.
Я буду вот эту штуку. Это выглядит очень вкусно. Считай, диетически. Нам их принесли. Посмотрите, у Кости просто разорви лицо. Вкусно. Очень вкусно. Но на камеру я показывать это больше не буду. Божечки, это было так вкусно, что сейчас мне нужно немножечко посидеть и попереваривать. Мама пошла по магазинам, а Костя только что вернулся с чем-то интересным в пакете. Мне очень интересно, что это такое. Что там? О, Муфаса! Муфаса! Такой хвостик. Помни. Чуваки, я попала в рай. Смотрите, сколько тут всего всякого милого. Господи, вы посмотрите на это. Я вот взяла себе вот такой вот планер. Увидеть стенд с Гарри Поттером и умереть. Так-так, что это мы нашли? Вингардиум Левиоса. Ок, мой дик. Тут все понимают английский. Это лучший магазин, в котором мы когда-либо были. Вот, Сириусли. Я готов спустить здесь все деньги. И, может быть, даже я раньше говорил, что как жалко, и взять кредит. Что, кредит. Что в России нету таких магазинов, но будет хорошо, потому что я бы спускал все деньги здесь. Это невозможно просто. Мы опять нашли классный магазин. Это все, это невозможно. Это просто невозможно. Я купил. Теперь можете называть меня псом. Потому что я пёсель-врач. Пёсель-врач. Я не знаю, это мне кажется, что стало попрохладнее, или это просто мы так... Мы еще не разогреты. Просто не разогреты? У нас внезапная остановочка на сангрию и пинаколаду, да, Юль? Долгое время площадь носила нелицеприятное название площадь виселиц. Господа, сангрия была очень пьяная. И я даже не пила, но уже пьяненькая. И Юля пьет. Юля пьет сангрию из бутылки для воды. И догоняет. Догони, догони. Ты обещаешь, что мы сходим? Там раскопки. А я хотела быть археологом, я вам говорила? Раз, наверное, 5000. Интересно. 5000 лет назад? До нашей эры или после? Ты перепила. Я перепил. Так как тебе Аликанте? Хорошо. Красивый город, не такой шумный, как Мадрид. Не такой большой, как Мадрид. И мне тоже очень сильно понравилось, только мы очень сильно устали, потому что очень много ходили и было очень жарко. Сейчас подождем нашего таксиста и поедем домой. Мы настолько сильно нажарились. А, кстати, смотрите, как я загорела. Мы настолько сильно нажарились, что единственное, что сейчас хочется, это пойти загорать. Ой, как загорать? 10 часов вечера, как загорать? Такая я смешная девчонка вообще. Мы настолько сильно нажарились, что единственное, что сейчас хочется делать, это идти и купаться в такой прохладной водичке в бассейне. Но вот чем мы сейчас и займемся. Кинсинзин вон прячется. Джулия вон там вот сидит. Вот. Мне кажется, что на сегодня это все. Мы покупаемся и будем ложиться. Вот. Так что это до встречи в следующем влоге. Ставьте лайк, если оно вам понравилось. Люблю, целую, обнимаю.